Всем привет, с вами игра Animal Crossing Resort. Два игры. Много желаний. Сейчас посмотрим и зацепим. Детского фауна. И подарок солнца. Ну, словом, вы описали Землю. Некоторые сказали бы, что она прекрасна. Другим Земля кажется ужасной, зловещей, переменчивой или даже дерьмовой. Но больше всего нашей планете подходит слово «живучий». Несмотря ни на что, живые существа вновь и вновь приспосабливаются к окружающей среде. Кто-то учится выживать еще других, питая чужими жизнями. Кто-то становится падальщиком и подбирает остатки. А кто-то, как мы скоро увидим, что хочет спокойной жизни. Прочь! Никого не дал, сэр. Вопрос выйти. Так вы не птица. Вы владеете этой жилплощади? Вы мои ракели? Да, это мой дом. Вам оно нравится? Я представитель Великого Герцогства Застоя. Недавно мы подсоединили к себе ближайшие территории, включая эту акваторию. Я здесь, чтобы сообщить вам налоговую задолженность. Вы не платите налоги уже 10 приливов. Если вы не погасите долг, герцогство будет вынуждено взять вашу. Подождите, у меня есть пара вопросов. Во-первых, какой еще герцог? Во-вторых, что за налоги? Так, в общем, теперь вся эта территория под контролем герцогини Застоя. Она прилагает большие усилия ради безопасности своих граждан, поэтому все поданные должны соблюдать закон и платить ей раз в прилив. Где до сих пор полно птиц? Это место... Слушай, парниша, у меня нет времени спать о политических тонкостях. Надо обойти еще кучу неплательщиков. Плати сейчас, или я изымаю твою собственность. Ой. Ладно, ладно, у меня где-то была парочка плодов лагоросля. Собираюсь оттянуть до самого прилива, парниша. Лучше поторапливайся и найди, чем мне заплатить, иначе возьму за тебя всерьез. Ну, свалим туда от него. Нафиг он сдался. Наберите плоды благоросли. Плоды благоросли по вкусу всем и каждому, поэтому не пользуются для обмена. А если съесть такой плод, то сразу почувствую себя лучше. Ясненько. Этого хватит для уплаты налогов. Слушай, знаю здесь немного, но... Опа-кейка, что это? Плоды благоросли? Как видишь, что тебя даже они не устроят. Здесь это шутка, такую надо давно перестали считать деньги. Так я он перешел на мусорную валюту. Не мусор. Мусор даже женщин не принимает. Висящий пиратский имеет именно. Ничего из этого. Так что тащи резиночки или пакетики из-под соуса. И начинай терять терпение. Слушай, если дашь мне немного времени, пару приливов. Понял, хватит с меня этих проблем. Попрощайся с ракетами отступиться. Подожди. Дрянь, делай дрянь.
его раньше надо было догнать. Не убегает. Мужик, не можешь так поступить. Как потом я буду ощущаться от этих других опасностей? Не моя проблема. Хочешь раковину брать? Найди работу и плати налоги. Слышал, на рифе всегда нужны рабочие руки. На рифе по столько народу, мне же не придется общаться. Все еще не моя проблема. Не плевать, где ты достанешь мусор. Но пока не заплатишь, раковина останется у меня. До встречи. Ой, день. Дайте. Йо. Идти. Эй, не опа. Серьезный кружок, что будет. Вот здесь еще один фраг. Извини, мимо тебя не проплывал. Очень длинный акул, шикарный, померно красивый раковина. Беспредел, вот именно, поэтому мне и нужно отыскать. Бесполезно. Не езжай себе, что у тебя с глазами? Ты не выспался, что ли? Или посигу же прочь от меня? Чего мне? Чего им надо? Наконец оторвался. Я знал, что океан опасен. Думал, что он столько. Это. Для самозащиты точно не помешает, наверное. Кажется, эта штука может слегка навредить. Если кто-то на меня придет, я откну его в свои тык. Но потренироваться со штукой. Найдена ржавая вилка.
Бутылки вокруг. Ух ты, что это еще такое? Довольно приятный поток. Может, получилось немного отдохнуть? Раковина лунной улитки. Коснитесь священного потока, чтобы восстановить здоровье раковины. Не может отдохнуть, чтобы восстановить здоровье. В случае смерти выдворите в последнее место. Сразу используйте лунную улитку. Пластики нового уровня. Заключенные в раковине лунной улитки могущество позволяет избавляться от микропластика в вашем теле. Благодаря этому становится сильнее. Некоторые торговцы тоже не хочет платить микропластик, так что не тратите весь. Вот ты где. О, а ты настойчивый мало. Он сказал, что я все понятно объяснил, помнишь. Теперь ты опять все понял. Загинь. Если хочешь получить кандидат, решай сделать с ней. И со мной. Это не кот моей обязанности. Да ну, мужик, ты неужели ничего нельзя сделать? Если что я потом спрашиваю, все же я могу лучше предложить. Поцелуй меня, подклоняйте, держись наконец. Ага, скоро поймешь. Ой, вот гад. Мелководье. Ты не часто, то есть сородичи покидают эту подкову. Твоя правда, но у меня не было выбора. Скажи, что здесь творится в последнее время? Я слышал, теперь заправляет герцогиня. Есть такое, настоящая стерва. Каждый прилив мы отдаем ей весь кроны микропластик, чтобы иметь право здесь жить. Что я за это получаю? Да ничего. А только и делает, что строит замок, принимая солдат для его охраны. Ага, понятно. Не подскажешь, где ее найти? Она кое-что мне забрала. Чупи, посмотри, глаза. А ты видишь и сам видишь, ты что, пропустил вон тот здоровенный замок великий? Да, супер, то схожу туда, надеюсь, освободить меня от этих ногов. Вот он, что ты у нас просто дармоед, пригадал. Думаешь, сможешь откосить от уплаты, пока все остальные тянут общество на себе? Сказал, все враги чайники одинаковые. Носите раковины, которые мы с трудом создавали собственными маленькими. Сделал бы дальше, если мы продумали. Может, где что ты сделал? Нет? И так я подумал, а почему бы мне не сделать тебе? Ты чё, блядь? Почему ты меня сидишь, пытаешься убить? Я даже не влезаю в эту раковину. Спокойно, Кэль. Самая опасная ситуация в твоей жизни. Уже был такой брачный сезон, человек. Но ведь надо просто добраться до замка, как сказала голубая улитка. Похоже, герцогиня контролирует местные ноги. Элика тут... Акул отнес раковину и... Я к ней приду, мы поговорим, все уварим. А кто нас будет дальше спросить спокойно. Только время теряю, в нее мне не влезть. Ну, пойдем.
Топ. Поршня. Поршень кусок пластика в форме краби клещня. Должен чего-то стоить. Можно обменять там 250 кусочков пластика. Еще забраться оттуда может туда. Да? Туда. Наверх. Наверх. Кровавой звезды. Отрезан конечность кровавой звезды, которую организм с легкостью устанавливает. Берите еще 4, чтобы лечить оплату. И там полосу тоже сзади. А, ну, значит. Сгинул в море. Вы погибли, после смерти потеряете все кусочки микропластика и рака, медицинального зуба. Они остаются ждать вас на месте гибели. Подбежали. Стяги. Крючок. Оружие спущено здесь, которое позволяет притянуть стоящие далеки жертвы. Притянуть можно даже массивных врагов, если власть не произведена местечко. Места. Сохранение. Да что, жук? One, two, three, four.
Mate. Скравский. А что ты будешь? А что? Сразу не сработал. Красавчик залетает, забираем, пиздим и убираем. Ваня, это все? Женщины широкими. И так тоже все проворно. Да, забираем. Да. Давай. Мама! Месть. Это рыба. И сюда анчоус. Он под красками. Есть анчоус. Там сидит. Нет.
пропасть там 300. Что, сам пилишь, что ли? Ой, сюда. Вот тоже любимый. Синий. Начинается мания. Да, тут похимичу. Учить добавим. Всего 30 максимум. Не хватает. Что-то Алле. Кто и нарушитель по приказу герцогини сеет подозрительный лист, отход за стол запрещен. Подозрительно? Я думал, что выглядит безобидно. Даже очаровательно. Хочется помять. Быть может, речь, что ты прав, ты бродяга, но не подзволил я тебе пройти через сие ворота. Пока чересно, твои распадяйся. Что за чешую ты милишь? Я тебе намеку не ткаешь, она говорит, что ты голый. А да, моя рака, не подумал. Наши дни это обращает внимание. Понятно, да, нужно рака. Там дают одежду.
Что там? Клещ, не плачь, преступник. Вот же чё, извините, я нужен билет, да? Назвал мне себя выход за закон, но закон так просто не обойти. А благодаря его силе мы отличаемся от зверей. Черт, прошу прощения, пойду встану. А, тебе повезло. Я освободил тебя от времени возносить в пустую гору, как освободил других ученых. Он всегда себе. Зайди сюда, капитан. Ты не можешь вечно ускользать от закона. Все, Бог не бесплен. Грязь убрана. О, теперь тут сохраним будет. Ела, как и ела. Что за баран? О-о-о! Инспекционист вернул. Даже в подобающих одеждах. Он как стресс капитан. А, какое дело, я как можно вернуть? Разве ну и значит, рано. Не суть, ты больше не будешь, а это главное. Thank you.
Знаешь, когда серьезно относится к службе, иногда это может быть чиним. Да, мы вне очереди. И кто-то собрался. Shell taken away, and I was wondering if there's any way we could work out some sort of a... Do you like my castle, little hermit? Your castle? Oh, it's pretty neat, I guess. You guess? A lot of work went into this place, you know. Work made possible by generous. And it was worth it. Oh, yeah, definite. Look, I can find another way to pay my taxes, but for now I'd re- Even more gorgeous. I've never been to... I mean, yeah, absolute. Oh, perhaps we can work out a deal. My castle still lacked... Je ne sais. A platoon went out on my... But those befoo climb, then catch up. Return to me. Okay, thank you. Oh yeah, I also... Be gone, little hermit, I... Yes, ma'am! Да дай прийти. Нечего пить. Проход. Тот. Так, что? Что мне типа сюда? О,
Нет, не знаю. Приди на дорогу. Один лес. Ага, можно за крючки цепляться. Прилипалы. Вы нашли первого прилипала. Эти малыши помогут вам, если вы выведете их в меню состояния. Он слишком по сарафану. А это чё как? А. Ой-ой-ой, таких не взять будут? Ой-ой-ой, чего просто? Ты да спустил это вот.
Нет, лучше. Да, ну это типа легче же, да? У нас внизу есть крючок еще что. Ух, это было близко. О, без нарока.
лифт. Владение лунными. Thank you.
Достаточно охладила силу луны, чтобы перемещаться между известными облаками. Лунные улитки. Я же спустился. Thank you.
А, тут сразу умираешь, от тебя кусок жизни отняли. Ну, прикольно.
You notice, but your guards are going nuts out there. Little hermit. Our minds are clear as crystal now. Oh, shuck. I once thought my duchy quite beautiful, you know. Worth preserving. But compared to the reefs, it's a shameful, transient thing. Destined to wash away. That's why I'm having them tear it down. I thought my beauty worth preserving too. But of course my worthless life will wash away as easily as any other. Almost as easily as yours, little hermit! Your death will be gorgeous!
Он сказал. Tamam.
Thank you.
Чудесно, отвертись, враг. Передвигаться, шкаф. Встреча.